Привет, друзья! Везение бывает разное. Возможно, вам попадется счастливый билет. А может быть, везде будете попадать на зеленый свет светофора. Всегда можно найти положительные стороны в повседневности. Но некоторым везет по-настоящему. Меняли пол в доме и нашли скрытый сейф. Гвоздь прошел между пальцев. Настолько везучий, что даже неудачный бросок попадает в цель. Сухарик от души. Определенно перед нами два везунчика. Два стаканчика в одной упаковке. Получил шанс выиграть 50 тысяч баксов. Сантиметр до катастрофы. Когда твой ангел-хранитель не спит. Вот это луковое колечко. Босс решил сделать всем сотрудникам подарки, но они улизнули пораньше домой. Все осталось одному преданному делу счастливчику. Когда увидел запуск ракеты из окна самолета. Машина пробила ограждение и перелетела на другую сторону дренажной канавы, перевернувшись в воздухе. Когда безумно рад, что сел на днище. Двойная порция мороженого, хотя покупал одну. Купил комод на распродаже и нашел там клад. Удачно забронированное место в самолете выглядит так. Два билета с номером-перевертышем в один и тот же день в разных автобусах. Прикрепил деньги на магнит к боковой стенке сейфа. Вор вскрыл его, но ничего не заметил. Когда самый большой страх твоей жизни осуществился, но все закончилось хорошо. Слышал, как он покатился по краю стола и приготовился убирать беспорядок. Но ей попалась клубника размером с ладонью. Еще бы пара сантиметров и... Когда попалось редкое яблоко. Огромный тунец. Лучшее утро понедельника из всех, что у него были. Этот телефон спас своего владельца от бензопилы. Вернулась домой как раз вовремя. Мелочь, а приятно. Кажется, пора купить лотерейный билет. Когда ангел-хранитель работает в поте лица. Эти монеты в нагрудном кармане солдата спасли его от смерти в Первую мировую войну. Наверняка владелец не мог поверить своему счастью. Ни царапинки. Теперь главное аккуратно открыть шкаф. Когда приходишь в магазин и все кассы работают. В местном магазине ему сделали пончик из всего оставшегося теста. Везение в чистом виде. Его удача зашкаливает. Всегда боялся, что ключи упадут в шахту лифта, и вот что недавно произошло. Вот если бы все чипсы были такими. Это джекпот. Тройная печенька. Когда действительно повезло на экзамене. Пятилистный клевер. Никогда еще не видел таких огромных лимонов. Реальность превзошла ожидания. Еще бы несколько сантиметров и все. В моей шоколадке нет вафли, и это идеально. Банан-мутант. А где найти такой? Ни капельки не осталось на крышке. Кажется, белка упала с дерева, но спокойно отправилась по своим делам. Все пальцы целы. Никогда не видел авокадо с такой крошечной косточкой. Это самый счастливый день в его жизни. Владельцам этих машин нужно срочно купить по лотерейному билету. Чуть не смыло бриллиант в раковину. Ездил так по городу 20 минут, пока не вспомнил про камеру. Отделался легким испугом. Купил моментальную лотерею, и все 20 номеров оказались выигрышными. Да, он просто счастливчик. Слева находится Тихий океан. Случайно постирал наушники, и знаете что? Они работают. Заметил ее в последний момент. Гвозди прошли между коленной чашкой и бедренной костью, не зацепив их. Привычка опаздывать спасла его жизнь. Выйди на 2 секунды раньше и оказался бы под машиной. Арматура пробила стекло и прошила насквозь водительское сиденье. Холодильник поймал падающий кувшин, когда сердце на секунду остановилось. Повезло, что заметил неладное до того, как засунул щетку в рот. Кот бросил аквариум с комода.